Всем привет, ребята, с вами снова я, Саша, и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я сделаю обзор на костюм Мэйвис Дракулы из мультфильма «Монстры на каникулах». Я просто обожаю этот мультик, и я очень рада, что теперь я смогу перевоплощаться в одного из своих любимых персонажей. Итак, в комплекте прилагаются лосины в полоску, платье с сетчатыми рукавами и плащ. И стоит этот костюм 4500 рублей. Сшито все очень аккуратно, качественно, из хороших материалов. Так что этот костюм оправдывает свою стоимость. Платье сшито из очень приятного к телу тянущегося трикотажа и застегивается оно сзади на молнию. Длинные рукава сделаны из тонкой сеточки и надеваются на пальцы как перчатки. Полосатые леггинсы сделаны из полиэстера. Печать на них четкая, они довольно плотные и хорошо тянутся. Но, к сожалению, из-за того, что у меня довольно длинные ноги, они оказались мне коротковаты, поэтому не закрывают ногу полностью, как у Мэйвис. Главная изюминка данного образа – это шикарный огромный плащ. Воротник плотный, на проволочном каркасе, и ему можно придавать любую форму. На вороте есть две серебристые пуговицы, к которым на карабин пристегивается цепь. Застежка хоть и каноничная, но мне кажется, что для такого тяжелого плаща нужна цепь попрочнее. Сам плащ сшит из черного атласа, а подклада из красной тонкой плащевой ткани. На плаще имеется фирменная этикетка MIG Costumes. У меня это уже второй костюм с этого сайта, и, как я и ожидала, он очень хорошего качества. Из минусов данного костюма могу отметить только то, что сетчатые рукава по краю не обработанные, ну и леггинсы немного короткие оказались, но для меня это все мелочи, и своей покупкой я все равно осталась довольна. На сайте MIG Costumes есть много костюмов на самых разных персонажей, так что каждый сможет найти для себя костюм по душе. Также этот магазин есть на Али, и все ссылочки я оставлю в описании к видео. А на этом мое видео подходит к концу. Ставьте пальчики вверх и пишите в комментариях, на костюм какого персонажа мне снять обзор в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. А если вы хотите увидеть больше фотографий в этом образе, то подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее будет в описании. Также в описании я оставлю ссылки и на другие мои социальные сети, так что тоже обязательно подписывайтесь. На этом я с вами прощаюсь, я вас всех очень сильно люблю, большое всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока-пока!